Надо выкинуть вот этот отряд. Туда засунуть вот этот побитый. Вот, и у меня какая-то из башен получается свободная. Крысы, когда крысы. Вон тебя сосчитаем. Раз, два, три, четыре. Нет, стоп, шесть армий, шесть. А, да. Вот так. Хоть поживее будет на стене. Так. Атаковать. Так, атаковать надо, похоже. Блин, с той с другой стороны все равно три башни будут отбить. Ладно. Так. Четыре. Красоокры здесь более мразные в ментайте. Так, сюда же таран. Рад огры. Который чё? Да, видел. Так. Не на самом правом фланге сейчас. Так. Вот катапульты переезжают. Да. Они очень далеко стреляют. Так, вы. Кстати, а вот это, кстати, засада небольшая. Кажется, чуваки лестницами не научились пользоваться. Да ладно. Да. Лестницами пользоваться чуваки не научились. Ёба. Ну, значит, они будут прорваться через башню. Потому что когда же башня, по-моему, стоит в тесту, она считает с лестницей. Отдельная история. Готов? Как кучно. 25%. Первый залп хорош был. Еще три.
Так. А, нет, кстати, все нормально, у клона крысы могут добраться на стену с помощью лестниц. Так. Квик. Где-нибудь там залезь, а? Говорю, Квик, ты там где-нибудь найди место, залезь. Так, я понял, эти суицидники... Эти суицидники, по крайней мере, отвлекли на себя весь урон основной. Молодцы, ребят. Да, все. Главная задача сделана, башню подошли. Да, все, я поднялся. Мне все равно стреляет. Ну, у них там в основном стрелки, их сейчас в ближнем бою попросту съедят. Ну-ка. Что-то пролетело. Это заряд твоих катапульт пролетели мимо экрана. Пульту или отряд? Я вижу. Нормально. Их сейчас отбросят. Так. Бросьте этих мудил. Блин, какой-то мудил все равно не пытается. Так, а у них там внизу кто-нибудь есть? А, да, внизу есть. Вражеские ворота уничтожены. А теперь мы будем прикалываться, шнекет. Вот
Так, один отряд рогнул. Я чуть не понял, что за прикол. А, все. Решительная победа. Сколько там я потерял? А, ну нормально. 70 моих против 349 их. Это хорошо. Катапульты 34-42. Либардисты. Нифига себе, ты смотри, сколько щитовики нарубили. 105 трупов. Ну, здесь пишут 105. Катапульты 50-58. Да, я видел, что при загрузке он писал другие цифры. А, потому что здесь полное уничтожение поселения. Пидорасы. Все, блядь. Я гребаный рассветный крепость. Этого я нихуя не понимаю. Сейчас прошлой части этот ебаный хор. Кто это? Кто этот ролл? Как бы не говорим. Нет, ясно. Я даже не говорю. Ну, блядь. Так, Василий, когда вы начнем? Все, забегаешь, не могу надо. Завтра и только завтра. Нет, мне нужно сейчас. Иди нахуй. Ой, соси за лоба, нахуй. Что ж ты знал, хуй пойми, блядь. Почему он Армении, а это в Германии? Он германик. Он заглючил, он походу заглючил. Да заебал, ты дохни быстрее, блин. У меня маленький. Это сказал, сука, моя пустыга, ублюдок. Я ему в этом жопу понял. Перевод в...
Стройка поселений. А то ж, блядь, не видно. С первого по третий уровень что-то как-то все одинаково. Ярлычок постройки какой-то не изменяется. Меня знаешь, что больше смущает? Клан, который сидит около. Как вы так, сука, хитшоты делаете, блядь? Вот даже не этого уровня, как. Когда враги вид может строить, он вступит просьбу уже к силу, потому что он без планеты. Дать еще больше крысы. А, да, я же доспехи, я за сколько варп открыл. Что за доспехи? Доспех из осколков варпа, доспех плюс 10 защиты в ближнем бою 5, спас бросок 10%, скверна скавина плюс 3, постоянная способность доспехи из осколков варпа. Способность доспехи из осколков варпа, тип сглаз, область, действует только на цель, оказавшейся в области длительность постоянно, доспехи минус 18. Прикольно. Камень варпа плюс. А, нет, стоп, это миссия открылась. Вражеские войска. Это фиолетовый, что ли, доспех? Да. У меня просто открылось это. Вражеские войска. Либер Бубоникус. Вот просто почувствую, вражеские войска. Снивен. Доспехи и щиты. Командир. Клана крысы с копьями. Два штуки. Клана крысы, три штуки. Бегущие ночью, два штуки. Это все хуйня, не. Есть только одна штука в количестве двух штук, за которую я говорю жопа. Это нормально или позитивно? Пушка варп-молнии. Это даже не за один доллар был, это было за 50 центов. Два минета и в жопу раски. Так. Кому минетки? А 1000 рублей. Да. Ничего не умеет. Содержимое. Этот инженер Колдун готов закончить свою жизнь колоссальным варп-взрыве. Угрожающим вражеским поселением. Такую возможность ему дал заговор Рока. Цель — вызов землетрясения. В режиме осады. Суицид. Да. Ну, если учесть, что я за него отдал всего-то 800 монет. А, да, он может насвать ужасный мор. Не успел убить, блюдо. Все, есть канал. Я хотя бы уровень добью.